«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях психолог-сексолог Ирина Макина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим про половое воспитание детей, про личные границы ребенка. Половое воспитание детей. Мы отовсюду слышим, что это должно лежать на плечах родителей. Но родители так смущаются и говорят, ну, наши родители нас не особо сильно воспитывали в этом направлении, поэтому мы не имеем такого опыта. Ну и что вы скажете по поводу вот нашей темы? Я знаю, что сегодня очень многие будут нас слушать, да, потому что хотят узнать, как это делать правильно. Что касается полового воспитания, то вот тут как раз-таки первые свои знания, первые свои какие-то... понимание, ребенок получает все равно в семье, так или иначе. И многие родители ошибочно полагают и переживают, волнуются, испытывают страх, смущение по поводу того, что вот ребенок им задаст эти неприличные вопросы. И они думают, что это как раз-таки 2-3 вопроса. Это что такое секс? Отстрелялись? Да. И больше уже ничего не надо делать, да? Да, что вот это... Откуда я взялся? Откуда я взялся, как предохраняться, вот в принципе ответить на эти вопросы и достаточно. На самом деле это такой непрерывный процесс, в ходе которого, ну вот... на протяжении всего периода взросления ребенка, воспитания его, по выстраиванию именно доверительных отношений. В первую очередь, когда ребенку мы доносим какие-то общечеловеческие ценности, в том числе о дружбе, о любви, о семье, это морально-нравственные какие-то качества мы прививаем своему ребенку. Вредные привычки, здоровый образ жизни, это все туда же. Все да, туда. Все туда тоже же. К половому да, воспитанию. Да, да? Тоже к половому воспитанию. Ну, то есть мы должны в итоге сформировать такую хорошую личность, которая знает, что она, например, женщина или там, будущий мужчина. Да? Да. При всем при этом, почему мы сегодня говорим про половое воспитание и проводим знак «равно» с личными границами? Ну вот в половом воспитании вот, про границы речь... Первоочередная, скажем так, достаточно много внимания уделяется границам личным, телесным, границам пространственным ребенка, да, его территории, и эмоциональным границам, да, когда эмоции, чувства ребенка, вот эти три таких составляющих компонента, они играют достаточно важную роль в половом воспитании. Давайте поподробнее, да, про каждый из этих компонентов. Итак, первый ребенок рождается, и вот... он телесно присутствует у мамы с папой, и мама с папой его там покормили, подмыли, там, да, спать уложили, потом он начал проявлять какие-то свои эмоциональные там составляющие, вот он уже вас радует, умиляет, еще что-то, да, мы начинаем его там обнимать, целовать там, да, а ведь это уже как раз тот самый компонент, когда стоп, у меня тут есть желание или нежелание. Да, ребенок как только начинает кивать или говорить, вот так вот головой мотать, вот тут мы уже имеем право его спрашивать, да, он имеет право как бы получить согласие, да, на то, что его тискать, люлюкать с ним, баюкать, там еще чужие какие-то приходят, посторонние люди, соседи, и бабушки, дедушки, тети, дяди, и чуть постарше ребенок становится, мы начинаем ему навязывать, например, иди поцелуй, бабушка приехала, дедушка, а ребенок в этот момент, например, занимался каким-то своим делом совершенно, и он не готов к этим проявлениям. И, собственно говоря, родители, может быть, как-то стараются показать себя, что вот они такие хорошие, примерные, да, у них замечательный ребенок, и ребенку это совершенно не нужно. И мы, в принципе, в данной ситуации нарушаем, так скажем, достаточно серьезно нарушаем его границы. Почему? Потому что мы сами не всегда готовы к таким проявлениям тоже, взрослые, да, и мы должны с ребенком проговаривать такие моменты, и, допустим, с кем бы ты хотел обниматься, например, и целоваться, или, например, а с кем бы ты, например, никогда не хотел этого делать, да. И почему, и да? Почему, да. И когда вот ребенок проявляет какие-то свои негативные стороны в этот момент, ну, мы, собственно говоря, начинаем... Раз... Ну как ты можешь, что бабушка там приехала издалека, а ты не можешь ее прийти и обнять, да? Да. А он говорит, не могу, потому что бабушка там, не знаю, пахнет неприятно, там, к примеру. Да, да, такие моменты тоже бывают. И ребенка, например, если он даже иногда об этом и заявляет, говорит об этом открыто, откровенно, ну мы начинаем говорить, осуждать, чувство вины куда-то ему прививать и прочие моменты. Тоже касается личных границ, когда мы ребенка, вот я не знаю, я сама рожала, помню, первого ребенка в 2001 году в конце, да, тогда уже было по питанию, по требованию малыша, да, и
как-то, ну, у меня первый так, он требовал постоянно, а вот с третьим, я помню, если он спал 3 часа, 5 часов, я его никогда не будила. Но я знаю людей, моих знакомых, подруг, которые именно так и поступали, допустим. Я то вот есть, так получается, вот, нарушали границы, да? Нарушали дважды границы, то есть ребенок спит, они его будили для того, чтобы покормить, в том числе ночью, да, вот... Опять... Тут еще и получается пищевое насилие такое, пищевое, да? Насилие, да. Ребенок есть не хочет, а его заставляют. Да, это опять же про грубое такое вмешательство. Тут нет никаких, знаете, почему, от чего. Вот просто нельзя так делать, и все. Вот это надо принять как за аксиому, как за правило. То же самое, когда мы ребенка укладываем спать, когда он не хочет. Или, наоборот, будем, вот как я уже говорила, да. Потом, если в семье происходят какие-то крики, скандалы, громкие разговоры, выяснение отношений, это тоже про нарушение границ. Если громко работает какая-то бытовая техника, опять же, для ребенка, ну, для всех, в принципе, это про нарушение границ, если это приносит какой-то дискомфорт. Вот. Еще такой момент про нарушение, какие-то неприятные зрелища, например, это посылаем ребенку, посылают ребенку, рассылка приходит, допустим, половых органов, порно, то, что запрещено, это, да, без его на то согласия совершенно, то есть мы ребенку тоже объясняем, да, что это вполне себе возможно в интернете, и даже если есть такие ситуации обращения, например, родители говорят о том, что у нас в интернете, допустим, строго ограничен интернет, то сейчас, допустим, в детском садике, ну, не знаю, как в детском садике, но в школе в начальной, например, в том числе на переменах достаточно бывает посмотреть у соседа, да, у одноклассника, а на переменке посмотреть все, что там есть, да, в интернете. А вот это как называется? Вот у нас есть, понятно, есть, например, там психологическое, там, да, физическое насилие, да, а вот это, получается, использование? Это сексуальное использование, да. То есть ты не хочешь этого, да, а вот... Это преступление, уголовное преступление, которое, собственно говоря, имеет место быть и... При желании, конечно, можно человека привлечь к ответственности. И то есть мы ребенку, в принципе, можем объяснить, что это не есть норма. Это не норма, это абсолютно не норма. Это преступление, мы так и говорим. И, собственно говоря, такие моменты. Опять же, имеет место быть, что касается еще с интернетом. Например, когда родители размещают фотографии на своих страничках своих детей, особенно там в купальниках, в нижнем белье, иногда даже без нижнего белья. Вот, преследуются цели совершенно разные в этом случае. Но, опять же, мы не спрашиваем разрешения у ребенка, потому что, подрастая, он может подвергнуться впоследствии, допустим, каким-то насмешкам уже среди детей, своих сверстников. Вот. А родители, допустим, не видят так, рейтинг, например, да, могут поднять свой, кто-то деньги даже на этом зарабатывает. А у нас очень такая ситуация не очень приятная, плачевная по поводу использования вот этих фотографий педофилами. Да, есть целые сайты, которые берут именно со страничек родителей эти фотографии, вот, и могут разные моменты произойти. Это они, например, вступают в переписку с мамой, вот, с целью завязывания, например, отношений, знакомств, да. И вроде вот. Как у мамы знакомых он есть там, или она есть, да, и поэтому ребенок начинает... Да, потом забирают эти фотографии, начинают писать ребенку, соответственно, и просить ребенок, особенно ребенок, если который сейчас, допустим, лишен каких-то общения с родителями такого полноценного, бывает предоставлен часто самому себе, вот, ему не хватает информации какой-то, не хватает вот именно... понимания какого-то, поддержки. Да, поддержки. И он, ну, встречает в лице этих людей, как раз-таки все это получает. Да, переписка начинается, хорошая, активная, а потом просят его фотографии. А вот. Вот мы сейчас говорим с вами про правила соблюдения границ. Да? Сложно, конечно же, соблюдать границы ребенка, если, например, твои границы, если взрослый сам не осознает своих собственных границ, да. Но вот те рекомендации, которые вы сейчас дали, они уже, в принципе, проясняют картину, каким образом мы можем, да, помочь ребенку осознавать эти собственные границы. Что еще должен или не должен ребенок в процессе взросления? Вот сейчас я хотела бы рассказать как раз вот о таких территориальных границах, да, когда он, у него, например, есть своя комната, своя территория какая-то, даже, ну, свой шкаф, своя кровать, стол, стул. То есть, собственно говоря, если в идеале, если у ребенка есть еще своя комната, то... Это стучаться хорошо. В эту
комнату родителям надо в первую очередь. А с какого возраста мы начинаем стучаться? А вот прям как ребенок начинает, в принципе, ходить. Да, и озвучивать, да, озвучивать мы, да, мы стучимся, тук-тук, там, и можно войти, и мы ждем ответа. Да, это впоследствии и взрослых потом убережет от каких-то непредвиденных, неприятных ситуаций, когда ребенок, например, к ним вбегает в спальню, да, и может столкнуться с какими-то, опять же, ну, поставить родителей в неудобное положение. Да, если мы сами соблюдаем вот эти правила, то и ребенок автоматически эти правила соблюдает. Но в 3 года он, собственно говоря, мы уже должны приучить к этому и ребенка, и сами к нему стучаться. И не наводить там, допустим, порядок, не рыться в его вещах, не расставлять как-то на столе вещи, которые он там, если он этого не просит. То есть бывает, когда ребенок просит помощи, то мы ему, конечно же, тоже не отказываем. Мы, опять же, не отсылаем тут к тому, что ребенок уже взрослый, может сам с этим справиться. Он, конечно, может справиться, но вот с такой установкой он может войти во взрослую жизнь, когда столкнется с какой-то опасной ситуацией, и у него не будет возможности сообщить об этом, да, и попросить у кого-то помощи, да, потому что мы и взрослые просим помощи, бывает, у своих друзей, знакомых, у своих партнеров по жизни. И мы должны ребенку и об этом тоже говорить, что просить помощи не стыдно. Да, что касается, опять же, этих территориальных границ, вот этих, как я уже сказала, да, стучаться, не прибираться, не рыться в шкафах его, то есть в вещах каких-то. Сейчас многие мамы сказали: хорошо, значит, не будем ничего это делать, освободится время для чтения книг. Да, вот. Ну, правда, вот, и ребенку объясняем, почему к нам надо в спальню, например, стучаться, потому что мы можем переодеваться в этот момент. То есть мы не объясняем ему никакие, что мы там можем заниматься чем-то, да, мы говорим простыми словами, что мы, например, можем в этот момент переодеваться, мы можем, допустим, твой подарок прятать в этот момент на день рождения, да, что-то такое вот простое, говорить по телефону, например, о каких-то секретах у меня тоже есть, да, и вот, собственно говоря, и в конце концов это наша территория с папой, например, да, и мы можем, мы должны, ну, у нас есть время и возможности для того, чтобы проводить там время, как мы считаем нужным. Вот и все, собственно. Кстати, про секреты, да. Давайте вот немножко тоже, знаю, что у вас очень такая хорошая есть прямо лекция, да, по поводу, как делиться секретами с детьми и как научить их делиться этими самыми секретами с вами. Да, но вот есть, опять же, тут такие моменты, чтобы... Это же тоже про личные границы, да? Это про границы, когда можно, например, столкнуться с такими ситуациями, ну, вот сейчас я говорю, там, допустим, с педофилами, да, впоследствии, когда педофил, выбирая ребенка, допустим, да, как правило, они выбирают какого ребеночка из семьи, из строгой, консервативной, когда ребенок не знает, там, допустим, название его не обучают, об этом тоже сегодня поговорим, половых органов, вот. И ребенок должен иметь возможность рассказать об этом, да, и когда можно дождаться специально такого момента, когда ребенок просто поделился с вами каким-то секретом, да, хорошим, и мы ему говорим: а ты знаешь, что секрет, как здорово, что ты со мной поделился, я рада, что вот ты можешь мне доверять, да, есть секреты плохие, есть секреты хорошие. Хорошими секретами мы готовы всем делиться, со всеми вокруг, да, а плохими секретами, как правило, нам за них стыдно, да, и в моей, можно объяснить ребенку, что и в моей жизни таких ситуаций тоже было достаточно, и рассказать, например, как там обозвала учительницу, допустим, да, оскорбила, может быть, там что-то еще, ну, какие-то свои жизни, что мы все делом совершаем ошибки, но у тебя есть возможность всегда прийти мне и рассказать, независимо от того, что произошло, и не стесняться, не переживать, не волноваться, я тебя в любом случае поддержу, я тебя в любом случае, ребенок, люблю, мы ему говорим об этом, и не просто на словах, он должен понимать, что это так и есть, он должен быть уверен в том, что мы действительно так и поступим, вот. Поэтому вот эти секреты, да, и как раз такой момент, что если с ним что-то происходит, какое-то такое неприятное событие, то он смело может подойти, будь то, я не знаю, что он там сделал, допустим, тоже поссорился с другом, там, побил кого-то, может быть, да, написал в трусы, например, да, и вот, и с педофилией вот в том числе, да, когда ему предлагают, например, да, поиграть в доктора взрослые, например, да, то есть ты имеешь право всегда сказать «нет», мы говорим ребенку строго, категорично «нет», и уходить. Да, допустим, и рассказать, в первую очередь, рассказать взрослому, которому доверяешь, да, которому ты, который тебе нравится, которому ты доверяешь. Хотя человек, да, например, вот этот же педофил, да, он будет говорить: ни в коем случае не рассказывай эту историю никому, да, иначе я расскажу. Да, иначе я расскажу твоим родителям, и тут он начинает прививать чувство вины, чувство стыда, и я скажу твоим родителям, которые тебя любить, разлюбят, да, для ребенка это самое страшное такое услышать, допустим, да. И вот тут как раз про взаимоотношения, когда
любые взаимоотношения взрослого и ребенка, мы ребенку говорим о том, что ответственность несет взрослый. Угу. И вот ни про какие чувства вины, ни перекладывание какой-то ответственности на ребенка не имеет за собой никакой, скажем так, оснований никаких совершенно. Вот. И поэтому все, что бы не происходило между взрослым и ребенком в их взаимоотношениях, всегда ответственность лежит на взрослом в любом угу. случае. И ребенку это тоже объясняем, говорим, и, собственно говоря, когда вот начинается вот этот шантаж, запугивание, они не имеют никаких оснований. Угу. То есть ребенок не виноват. Но при всем при этом, я правильно понимаю, это вообще в дошкольном периоде мы должны уже проговаривать такие вещи, да? Да. Мы обязательно должны простраивать вот эти доверительные взаимоотношения, и я тебя люблю таким, какой ты есть, да, независимо от тех поступков, которые там совершил ты или там будешь совершать. Mm-hmm. Хорошо. Про территориальные мы проговорили, да, границы. Давайте поговорим про границы телесные. То есть как человек, вот ребенок, он растет, mm-hmm. да, и вот как он вообще должен узнать вот про эти свои, что это его тело, да, как оно должно называться грамотно, правильно, да, mm-hmm. кто к этому телу вообще имеет право прикасаться, кто не имеет права прикасаться, если кто-то прикасается, ему неприятно, каким образом он должен на это на все реагировать. Мне всегда забавно, собственно говоря, о том, когда ребеночек растет, мы же всегда называем части тела, угу. особенно когда он уже начинает показывать, мы называем ему, покажи там ночи, кошку играть. Мы папу ждем с таким нетерпением с работы, угу. чтобы рассказать, посмотреть, чему ребенок научился. А вот про половые органы, интимные зоны, мы, конечно, это у нас такое, знаете, подслепое такое пятно. Угу. Да, это уже зона избегания, и мы об этом не говорим, хотя у нас есть возможности для того, чтобы прояснить и эти моменты. Это когда мы ребенка переодеваем, когда мы ребенка, допустим, подмываем, моем, и в этот момент мы можем ему об этом рассказать, что mm-hmm. вот у тебя под трусиками, допустим, утром мы его одеваем в садик, мы говорим, что у тебя под трусиками интимные зоны, mm-hmm. да, находятся, к которым имеешь право прикасаться только ты, mm-hmm. твое тело принадлежит только тебе, mm-hmm. никакому взрослому, ни родителю, ни другому какому-то постороннему взрослому оно не принадлежит. Вот. И, собственно говоря, к ним могут прикасаться родители с твоего разрешения и врач, mm-hmm. который находится в специальном медицинском учреждении, присутствии родителей и с твоего разрешения, опять же. Если это школа, если это детский садик, это какой-то медицинский кабинет. Угу. И опять же, с разрешения ребенка. Мы об этом постоянно говорим угу. ему. Угу. Вот, собственно говоря, вот так. Это про органы половые. Мы говорим про интимные зоны, мы их называем своими именами. У нас, скажем так, принято какие-то такие эвфемизмы, да, применять в этом случае, например, там норка, киска, ракушка, краник. Ну, кто допустим, что придумает, кто что придумает, да, колокольчик, бубенчик и прочие истории, перчик, да, называют, ну, таких можно собирать истории, и дети сами иногда придумывают, вот, и мамы вроде бы, в принципе, родители успокаиваются, и как хорошо, вот, но в жизни происходят порой такие ситуации, которые абсолютно неожиданно могут сыграть такую роль, неприятно впоследствии. Почему? Потому что, как правило, у нас 80% насилия выявленного, ну, скажем так, это не в детском возрасте, а среди близких людей, среди близких угу. родственников. Да, это, как правило, бывают отчимы, папы, да, это бабушки, дедушки, значит, у нас как-то под статью насилия почему-то относят ее к мужчинам угу. в основном, да. Это могут быть близкие родственники, это могут быть люди, вхожие в семью, да, друзья семьи, и о ком мы совершенно можем вообще не подумать даже, да, на кого мы можем совершенно не подумать, что произойдет. И когда ребенок, например, говорит о том, что мы с дедушкой гладили киску, да, мама может сказать, совершенно не подозревая ничего, как здорово, какие вы молодцы. Да? Угу. Вот. Или, например, мы там... А ребенок это воспринимает как, ну вот, даже мама разрешает это делать. Даже да? мама разрешает, то есть угу. тут ничего страшного. И даже значит, одобряет. Нет. Одобряет, да, хотя, допустим, ну, так принято в их семье было называть, угу. да, или, например, мы с дядей Стёпой играли краником, ну, молодцы, угу. здорово, да, угу. вот, хорошо провели время. Да, и вот был такой случай 20 лет назад вообще в школах Европы, Америки, там введено сексуальное образование, в отличие от нас, в обязательной программе, там, собственно говоря, про правильное название половых органов было это обязательным условием, да, в половом воспитании. Ну и сейчас это действительно является обязательным условием в Европе. Да, да, угу. почему? Потому что вот нашумевший случай, когда девочку неоднократно насиловал родной дедушка, вот, потому что ее
половые органы, принято было назвать семье печенюшкой. И когда она поделилась этим с воспитательницей, потом в учительнице в начальной школе, о том, что дедушка просит у меня печенюшку, ей было сказано, ну что, там, ты ж не жадная девочка, надо делиться. И девочка делилась. Неоднократно, многократно, потом впоследствии она выросла, получила психологическое образование и выпустила книгу о сексуальном насилии детей. И вот тогда, 20 лет назад, это вот прям с широкой огласки была предана вот эта история и, собственно говоря, получила такое продолжение. Да, печальные такие факты, печальные моменты. Опять же, это с точки зрения, например, названия, да, что мы можем выразить, да, то, что мы можем предупредить какие-то вот акты насилия, да, над ребенком. Кроме того, грамотно называя половые органы, у мальчика это пенис, либо половой член, мы говорим, у девочки это вульва, мы говорим ей о клиторе, о влагалище. И она может впоследствии, дети, что мальчик или девочка, они могут впоследствии, например, рассказать о том, что у него какой-то дискомфорт они испытывают в области своих, в интимной области, в интимной зоне. И если, например, ребенок говорит, что у меня перчик жжет, да, мама дает рекомендацию, попей водички. Да, или, например, вот с такими моментами. А потом ребенок растет. То есть метафоры уже не везде хороши, да? Не везде хороши. И, например, еще такой момент был по поводу того, что история тоже такая интересная. К доктору не идут, да, когда они не знают, как правильно назвать их этому, вот научили так, и неудобно уже вроде бы взрослый, там, подросток или уже даже взрослый человек, да, он боится идти к доктору, потому что он не знает, как грамотно объяснить, он испытывает стеснение, смущение, стыд, испуг. И если мы ребенку в год начинаем уже говорить все правильно, как оно есть, ребенка вообще проблем не будет. Ну и мама, собственно говоря, чем меньше ребенок, ей проще, да, начинать обучать его, и, собственно говоря, потом она и сама привыкнет уже к этому. Вот. И они запускают свои ситуации до таких серьезных достаточно, и когда уже просто терпения нет, тогда приходится идти к доктору, да, и объяснять вот эти моменты. Ну, потому что было не названо, да, как орган называется, значит, ничего болеть не должно. А если болит, то тут давайте-ка доктора отложим. Кстати, по теме доктора. Очень часто, например, когда в практике, да, встречаешься с людьми, с детьми, которые были изнасилованы, они говорят, что с нами играли в доктор. Да? И вот тут мы с вами тоже должны детям объяснять, да, вот эти правила безопасности, что доктор – это только в больнице и только в присутствии родителей. Там, да, да, в специальном заведении – это больница, да, либо медицинский кабинет. Опять же, мы говорим, что взрослый, например, бывает, часто подходит к ребенку и говорит, что давай мы с тобой поиграем в доктора, это может быть тоже дедушка тот же, да, может быть, папа. Мы ребенку объясняем, категорично нет. Да, ты имеешь право сказать категорично нет и уйти. Да, из того места, где тебе ты чувствуешь какую-то опасность, что-то еще, и рассказать, естественно, родителям. Да, рассказать, естественно, допустим, прийти мне. Вот, опять же, такой момент. Педофилы, для них табу, вот эти грамотные дети. Да, то есть они сразу понимают, что это для них тревожный звоночек. Они почему выбирают вот таких скромных, тихих детей, которые не знают, как называются половые органы, и пользуются этим, да, а когда он слышит, что ребенок знает, да, он сразу такого ребенка оставляет в покое. Вот, это профилактика, опять же, идет. Хорошо, давайте мы немножко поговорим про правила безопасности, да, то есть как, каким правилам мы должны научить детей, да, укрепляя тем самым их личностные границы, и как ребенку грамотно взаимодействовать с этим окружающим миром. Что он должен знать, прежде всего, от родителей, да, об этом? Ну, вот как я уже говорила, это про то, что твое тело принадлежит только тебе, да, ты имеешь право трогать себя, и если ты кого-то хочешь потрогать, опять же, да, если ты кого-то хочешь обнять, поцеловать, ты должен спросить разрешение на то, да, и не думать совершенно, иногда бывает, вот дружат-дружат, да, дети, и он приходит и говорит: мам, представляешь, хотел сегодня обнять хотел, да, своего друга, он не разрешил, я, наверное, какой-то, я ему не нравлюсь, да, вот мы как раз должны объяснить ребенку, что это не про это, да, это про то, что, ну, может, у него настроение было не то, может, и ты его спросил разрешение, допустим, да, и чтобы он понимал, что если его, допустим, обнять, поцеловать, то тоже
Угу. Должны спрашивать. Но если тебе сегодня отказали, да, в объятиях, в поцелуях и еще в чем-то, то это так-то не твоя история. Это, скорее всего, про внутреннюю историю того человека, который тебе сказал «нет». Да, это еще про то впоследствии, например, когда девочка с мальчиком, подростки начинают встречаться, у них какие-то романтические отношения завязываются, платонические, эротические, даже сексуально, например, переходят. И мы должны понимать, что... Ну, я это говорю, надо учить девочку говорить «нет», а мальчикам говорить, что уважать этот выбор. И даже если девочка согласилась изначально, и что-то пошло не так, ей что-то не понравилось, она имеет право в любой момент сказать «нет». Ну, это также и для мальчика касается и тоже, и мальчика, да? Естественно, это угу. тоже касается. Это обе стороны. Это, опять же, объяснять, что это не про тебя как раз, да. Это вот это не то, что ты какой-то несексуальный, некрасивый, там, неприятный и прочая история. Это может быть как раз внутренняя история как раз угу, того, кто угу. отказал. То есть хочется вот. Пошутить по поводу того, что обещать жениться, это еще не значит, что жениться, да? Обещать, что выйду замуж, это еще не значит, что выйду замуж, да? Да. Но это вроде бы так смех смехом, но тем не менее, давайте мы еще проговорим про те пункты безопасности, когда ребенок четко должен понимать, что есть ситуации, в которых он должен себя вести, наоборот, не тихо, не испугаться, да, а заявить о себе, проявить, может быть, себя даже... той позиции, с которой он никогда себя не проявлял. Это тоже про границы, да, я могу, да, я ощущаю, что сейчас это может быть для меня опасно. Опасно, например, может быть, когда ребенок остается один. Ну, как правило, маленького ребенка редко оставляют взрослые, но бывают такие ситуации, буквально 1-2 минут достаточно, чтобы ребенка увел взрослый. И что бы мы ни объясняли, что бы мы ни говорили, практика показывает, статистика достаточно на этот счет неутешительная. Вот. Мы, опять же, говорим ребенку, объясняем по поводу того, что взрослый, у него нет никакой необходимости, никакой цели завязывать отношения с ребенком. Незнакомый взрослый, малознакомый взрослый, он для нас не друг. Да? Угу. Он не друг. Мы не говорим, что это враг, мы не пугаем ребенка. Да? Мы просто говорим, что, вот, как правило, взрослый подходит с какой целью? Помочь. Да, в просьбе помочь. Мы опять же объясняем ребенку, что взрослый сам вполне может справиться с какими-то своими вопросами, а если он подходит с этой просьбой к ребенку, к незнакомому ребенку, то в первую очередь он должен спросить нормальный, адекватный взрослый разрешение на то родителей. Угу. Родителей, няни. Можно там, ли, то... чтобы мой сын или моя дочь да. вам помогли? Вам, да? Да, нам угу. помогли. Как правило, это бывают какие подходы, допустим, открыть дверь, там в трубу у него рука не пролезает, надо там что-то достать. Они могут предложить посмотреть что-то интересное, птенцов там в гнезде, котят, щенят, поиграть с ребенком, с его ребенком, допустим, у этого взрослого. Вот. И потом, например, еще бывают такие ситуации, с какими они подходить могут. Подарок. У меня для тебя есть подарок. И мы опять объясняем ребенку, что подарок, как правило, взрослый, если он хочет его подарить, он уже его приносит с собой. Но мы в этот момент говорим ребенку, что мы ничего не берем, не принимаем, потому что это может быть опасно. Будь то конфета, будь то игрушка, это может быть опасно. Вот. И ребенок вправе сказать нет, опять же, да, сказать громко, сказать, кто ты, я тебя не знаю. Вот эта фраза такая, кто ты, кто вы, я вас не знаю. Да? Вот. Но не убегать с места ни в коем случае. Да, я подожду маму, мама меня никогда бы, да, мы объясняем ребенку, что если я не пошлю к тебе никакого взрослого, допустим, да, или я тебя предупрежу, чужого человека, да, то есть ребенок вправе вполне сказать себе, что я подожду маму, я спрошу ее разрешения, либо я сейчас пойду к маме, ну, в общем-то, собственно говоря, а у взрослого одна задача – быстро увести ребенка с этого места, да, и, собственно говоря, такие моменты, ну, надо вот прояснять ребенку, да, прояснять, говорить, причем это не разово, какая-то акция, это должно быть постоянно, вот, проговариваться, ну, в каких-то ситуациях прям вот не насильно ребенка, опять же, да, садить перед собой и говорить, сейчас я на тебя вывалю всю информацию, все, что я узнала, да, ребенок ведь не обязательно должен с восторгом все это воспринимать, то, что мама узнала, для нее, может быть, оказалось это какой-то новостью, ей захотелось с этим поделиться, то есть, опять же, надо выбирать время. Сплетать, да, сплетать. Вот в эти жизненные наши с вами процессы, да, чтобы для ребенка это было действительно, ну, как бы приемлемо, да, чтобы это было не пугающе, потому что мы часто слышим такое, вот я, например, там, да, в своей практике встречала, когда ребенок говорит, мне
папа с мамой рассказали, что детей крадут на органы, да? На органы, да, на допустим, на убийство, там, насилие какое-то еще, на каннибализм мы не пугаем. Вот ребенку, когда он задает такой вопрос, например, по поводу того, почему меня могут украсть, да, почему меня могут похитить, ему достаточно сказать, что ты такой выкупа. Драгоценный, что, что они захотят получить деньги. Да, да. И они сразу дети задают вопрос, а дорого я стою? Ну что, вот такие сегодня рекомендации мы получили от психолога-сексолога. Сегодня говорили о половом воспитании детей и про личные границы ребенка. Мы тоже сегодня несколько слов замолвили. Но, Ирина, правильно ли я понимаю, что когда мы говорим про половое воспитание и про личные границы, это же, в принципе, в чистом виде, если мы правильно воспитываем ребенка, то это в чистом виде профилактика психологического и физического насилия. Да, конечно, это профилактика, и в том числе, конечно, это не стопроцентная гарантия, но наша задача в любом случае ребенку рассказать, объяснить, показать на примерах каких-то, да, на примерах своих знакомых, на примерах каких-то мы видим, допустим, по телевидению смотрим какую-то информацию. Мы должны, наша задача прокомментировать, в любом случае так или иначе отреагировать, потому что даже если мы об этом не говорим, даже если мы, ребенок видит наши невербальные, да, посылы какие-то, вот, и он делает выводы свои. Да, определенно. Спасибо большое. Программа была очень интересной. Мне лично понравилась. И надеюсь, до новых встреч. Спасибо. Это была программа «Практическая психология». Всем удачи, любви и счастья. Практическая психология.